Все случилось очень просто. Открылась дверь, и мне навстречу девчонка маленького роста. Девчонка, остренькие плечи и котелок упал на камни. Четыре с лишним дома не было. А дочка, разведя руками, сказала: дядя, нету хлеба. А я и схватил их к звездам и целовал в кусочки неба. Ведь это я такой создал. Четыре с лишним дома не было.